Всем привет, друзья, это канал Morgan Games. Мы продолжаем проходить Dark Souls и сейчас находимся снова в Долине Драконов. Такой нежданчик, видимо, для вас, но потому что я узнал от своего подписчика, что оказывается в Долине Драконов, если пойти вот от этого моста вот сюда вот вверх, мимо этой синей виверны, и пойти еще вот туда, кажись, то можно пройти коротким путем до Чумного города. А нам туда и надо, чтобы позвонить наконец-то в колокол и все разрулить. Но сперва давайте избавимся от этой виверны. Скажу, что я за кадром ее тут нормально расстрелял с лука. У нее осталось там совсем чуть-чуть. На пару ударов, наверное, алебардой. Поэтому я хочу к ней сейчас подкрасться и закончить начатое. Потому что стрел жалко. Стрел там на нее вбухал, наверное, штук 30, если не больше. Но лучше поберечь. Они нам на комаров еще пригодятся потом в Чумном городе. Так как ее... Все сделал, сдохни, Джон Такер. Так, что у нас здесь? У нас тут еще она охраняла какой-то ништяк. Смотрим, что это. Человечность. О, нам понадобится человечность. У следующего костра очеловечимся. Вот, напоминаю, что вот там мы сражались с одной виверной в прошлой серии. Там нас вот убили. Там вот, смотри, да херища их. Я не знаю, как туда вообще идти и что это вот за... замок такой, или крепость, или хер просышь, короче, что там находится. Кто знает, подскажите, потому что я туда пойду еще не скоро. Видите, какая там опасность, просто жопа ждет. Синяя, чешуйчатая жопа. А мы пока пойдем в Чумной город, потому что давно уже пора, а мы все бегаем, бегаем по разным местам, куда нам, в принципе-то и не надо было, но для прокачки сгодится. Так. Что у нас тут? Надо, короче, следить за собой, потому что 5 фляг с эстусом это мало. Мы их потратили на виверн, а это что? Подожди, это существо какое-то спит или что? Это похоже на дракона? Или на какую-то заплесневелую, не знаю, тещу чью-то? Нифига себе. Или это... Что это? Подожди. Вон то лапа, кажется, да? Бляха. А что тут пишут нам? А как я прочитаю, если я туда не могу попасть? Ну? Народ! Нашли, где написать. И как вы там написали-то, а? А как я тут пройду? Я пройду, не? Это реально спит какое-то чучело. Ой, блядь. Я не хочу с тобой связываться, у меня всего 5 фляг, ты чё? А что это? Обобрать труп. А если я беру труп, оно проснется? Блядь, нихера себе, что это такое? Это дракон, кажется, но дракон какой-то весь такой, похож на нежить. Полый дракон, короче. Не, чувак, спи. Я не хочу там ничего у тебя забирать. А то, мне кажется, я заберу. Ты же сразу, моментально же встанешь, да? Я прав? Или я не прав? Хер его знает. Блин, эй! Чувак, это знаете, как это, как в Гарри Поттере такой пес охранял это. Вход в люк. Так вот, тут так же самое, только люка нет, есть только пропасть. Или забрать то, что он бежит. Там какой-то ништячок. В принципе, он сюда не пролезет. Он за мной не погонится. Вот хотя бы крайний самый ништячок забрать у него. Оно же ему не надо. Куда оно ему? Скорее всего, он тут ничем не пользуется. Просто лежит. Типа светяшки такие светящиеся. Валяются рядом с ним. А драконы, как известно, они золото любят. Они любят все ценное светящееся. Вот они и асторский прямой меч. О, тихо. А, бля! Спи дальше, чувак! Сука! Блять, ну зато походу асторский меч я взял. Нихера себе он рыгает. Короче, больше его не будем, все. Бля, муха, смотри, короче. Он уже нихера не спит, все, разбудили. Если ты хоть его раз разбудишь, он больше не засыпает. Что мне тебе колыбельную спеть, или я не знаю, как теперь пройти туда? Мне Чумной город надо, чувак. Алло. Блин, я тебе реально говорю, этот Долина Драконов, это самая, мать его, сложная локация из тех, что мне раньше встречались. Я сюда когда-нибудь еще вернусь, я вот этим всем вивернам трепки-то задам. Но сперва как мне с тобой разобраться, чувак, алло.
ты это, ты может меня пропустишь, не? Подожди, а он вообще, он зацепился за скалу и срет туда, что ли, вниз? И чем ты там занимаешься-то, а? Какой чистоплотный дракон, вонючий, а чистоплотный, смотри. Он сюда не срет, он срет только с обрыва. Эй, как мне с тобой потолковать? Может, как-то, может, мы и договоримся, не? Хер мы договоримся! Блять, подожди! А-а-а, оползень! Подожди, так он каким-то оползнем фигачит и больше ничего не делает. Может, его за лапу-то цапнуть, не? Хер его цапнешь! Как с ним воевать? Вот как, скажите? Хоть один шанс у меня есть, не? Давай попробуем его с лука увалить, ушатать. О, господи, о горе мне. Зачем я будил его? Вот позарился, слышь, позарился на светящуюся вкусняшку. И думаю, все. А ну тихо, в голову стреляй. Так подожди, мы сейчас угробим его, смотри. Он у него забирается. У него забирается и довольно нормально забирается. А если бы мы еще алебарда его припечатали, забиралось бы еще лучше. Подожди, может, давайте попытаемся еще этими стрелами, другими немножко. 39. В лобешник получи. Может попытаться как-то алебарда его фигачить? Нет? Не получится, нет? Тихо. Откат, перекат. Мать его так. Блин. Это же зараза какая, а? Если бы как-то по лапе попасть. А много урона забирает оттуда вот шиша это, не? Ну? Сколько она отнимает? Да хорош рыгать, задрал. Чё ты ел на завтрак-то, а? Это явно была не прекрасная принцесса. О! Оно травит, прикинь, оно, короче, травит. А больше, в принципе, нифига не делает. Блин. Как же мне к тебе подступаться? Зараза. У меня есть кольцо от яда, подожди, у меня есть кольцо от яда, где-то оно находится у меня. Может, на пальце, да? Может, на пальце, подожди, сейчас проверим. Не здесь проверяешь. Кольцо от яда, покажись. Кольцо, кольцо Кларанти и кольцо злого глаза. Бля, я хер его, я что, помню, что не делаю? Давайте да проверять здесь. Кольцо ускоряет восстановление стойкости, это нам надо. А кольцо злого глаза, это здоровье павших врагов поглощает, не надо. Его мы снимаем. А, так не здесь же снимать, чё ж ты постоянно путаешься-то? Давай-ка снимайся здесь. И одевайся, ядовитое кольцо защиты от яда, где оно там? Кольцо ядовитого укуса, во. Вот сейчас вот будет все путем. Тихо. Яд, смотри, как яд-то выветривается. Давайте подождем, пока оно все выветрится, а потом будем действовать. Ждем. Ожидание окончено. Погнали. Исследуем действие кольца. Ну, в принципе... В принципе, что-то там оно защищает, конечно, но... Можно таки попытаться добраться до его лапы. Давай. Тихо. Еще рыгай. А я пока вот так. Буду тебя отделывать. Как собаку. Хорош. Я тебе отвечаю, мы его сейчас завалим. Можешь рыгать, хоть ты рыгай, хоть прорыгайся там хорошенько. Дракон. Какой-то у тебя адский бадун, походу, был, да? О! Бля! А, вали, 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 чувак, вали, вали! Ты хера себе увалил. Так, дракон дает нам понять, что хер он нас пропустит. Но я сам себе хозяин. А не ты будешь мне давать понять, что хер ты меня пропустишь. На! Зараза паршивая. Тихо, сколько же тебе там осталось, да? Сейчас, короче, с разгона херачим его так от плеча и прям со всего размаха по лапе. Давай. Оп! Вот так, молодчик. Теперь быстро-быстро вали, пока он тебя не уебал, блядь! Ну, терпимо еще, его можно завалить.
что мы сейчас и сделаем. У меня складывается такое ощущение, что у дракона остались все его ХП после того, как мы посидели у костра. Оно у него, скорее всего, восстановилось. Вот мне что-то так кажется, вот как вот вообще, вот зуб даю, сейчас вот стрельну у него, и будет полная полоска, мать его. Ну, смотри. Ну. Я тебе говорил. Так нахер стрелы переводить? Я лучше алебардой буду, по старинке. Слушай, а может ты какие-нибудь заклинания в него фигачить, а? Может попытаться заклятием? Мы ни разу еще не применяли пиромантию, так чтобы вот вообще так применить, чтобы аж. Поэтому давайте сейчас займемся этим делом. Давайте посмотрим, как нам лучше всего-то. Сырая плоть, подожди, а где там выбирать-то? А, выбирать же надо было-то у костра, он тут мы нигде не применим-то никак. Или применим, не? Р. Ну вот пиромантия, правильно? Р. Сырая плоть. Ее же никак не переназначить, потому что у нас только один слот. А толку, сырая плоть, это только защита от огня она дает, и больше ни хера. Ладно, бери алебарду. Будем пока нашим проверенным способом. 220 урона забрали, хорошо. И смотри, даже не попались под воздействие яда. Или его рогатины. Да хорош ты свою пиццу изрыгивать на меня, уж задолбал. Еще 220. О, молодчик, вот смотри, вот так вот и надо. Вот так вот по любасу. Все, мы вот так вот прощупали такую тактику. Сейчас такой тактикой только и воевали. И отходи, сразу отходи, потому что как только эта плюватина польется с обрыва, он начнет лапами фигачить, как ктями резать меня. Давай, тихо. Осторожно, хорош. Еще разик. Вот. Даже кольцо нам не надо, смотри. Я так его могу и голым завалить. Дракон, мне надо срочно исполнять свой долг, исполнять пророчество, что Полой там придет в Лордран и позвонит в два колокола. И что-то там случится, и, видимо, все будет отлично, все будет хорошо, не? Или этот финал, скорее всего, не для Dark Souls. Блин, мы еще и половины у него не забрали. Сколько ты будешь рыгать? Что ты ел? Это, блин, не знаю, так надо было так нажраться, чтобы рыгать. Я даже сам так никогда не рыгал, когда... Еще на выпускном нажирался. Тихо. Хорош. Дракон. Давай, может, договоримся, ты меня пропускаешь, и я тебя не убиваю. Не пойдет, нет? Слушай, давай ты меня пропускаешь, и я тебе даю что-нибудь похмелиться, не? Не получится у нас, не? Такого разговора. Сам выбираешь такую жизнь для себя. Вот это адская похмелюга, чувак. Слышь, на самом деле мне тебя даже жалко. Тебе так плохо, я понимаю. Все стругаешь и стругаешь. Но я ж тебе не толчок, я просто полый. Я полый человек. Бывший человек. На унитаз не похож. Иди рыгай вон туда, с обрыва. Я, честно говоря, думал, ты чисто плотный. А ты рыгаешь прям на траву. Здесь же возле тебя расти ничего не будет. Ты что, как ты будешь спать? Спят обычно на природе, когда там, знаешь, травка зеленеет, птички поют. Там тогда хочется спать, прикорнуть там. Уснуть, смотреть красивые сны, там, наслаждаться этой райской обстановкой. Ты тут все заблевал, тут все воняет. Как, чем ты будешь наслаждаться, а? Он меня не слушает, ему по барабану, у него просто голова болит. Бедный дракон. На, хорош уже. Хорош, рыгай, 220 вольт. 220 евро урона. Говорит, слышь, чувак, отстань от меня. Не до тебя сейчас. Ну вот мне как раз таки тоже не до тебя, но ты же мне мешаешь. О, вот это сейчас плохо. Тихо, отошел, молодец. Свое дело знаем. Еще так раз и все будет вообще в шляпе, вот смотри. Вот сейчас я отвечаю. Дракон, я оказываю тебе услугу, избавляю тебя от адского бодуна на всю твою жизнь после смерти. Смотри, о, красавчик. Бедолага. Драконья чешуя моя. Фу, она вся заблеванная, ну ладно. На халяву и уксус сладкий. Хотя какая же это халява, мы так жопу рвали. Душа гордого рыцаря взята. Щит с эмблемой дракона, нихера ж себе. И асторский прямой меч у нас, по-моему, был там. Давайте про него прочитаем, что там у нас сказано. Ох, 80 обычного урона и 80 урона магией. Это ради него мы дракона-то так тревожили.
что-то как-то... Подожди, урон света видно, что... Дополнительный эффект, 120 урона света, нифига себе. Прямой меч неизвестного рыцаря, скорее всего, одного из правителей Асторы. Благословленное оружие отличного качества, ну я рад. А, и щит мы взяли с эмблемой дракона. Посмотрим, что нам дракоша подогнал. Щит с эмблемой дракона. 100% сопротивления физическому урону. Огня сопротивления 85. Молнии 45. Вот молнии нифига у нас нету сопротивляемости нормальной. Щит неизвестного рыцаря, скорее всего, тоже Асторца, да? Зачарованный синий щит. Щит с изображением дракона отлично защищает от урона огнем. А тогда какая разница у нас с вот этим щитом? Огонь 72. Ага. Ты понял, короче. Лучше всего брать драконий щит, и от огня у нас будет 85 защиты. Давайте заменим. Давайте вот этот щит заменим на драконий. Значит, все-таки все, я беру свои слова сразу же обратно. И ни капли не жалею о том, что разбудил дракона. Хлопцы, вам там как? Не холодно, не? Ладно, лежите. Они, походу, надышались блевотиной. Так уже не то, что говорить, уже встать не могут. Все, нам теперь защита от огня обеспечена. Главное, чтобы мы дошли теперь спокойно до чумного города. Этот мост не обвалился. Нет, не обвалится. Тихонько, тихонько, тихонько. Не, порядок. Навесные мосты, они на века строятся. Особенно в Dark Souls. Особенно в Dark Souls. Опс, там что-то светится. Что это за обрыв такой? Ущелье какое-то непонятное. А там дальше есть что? Стоп, там что-то есть и такие постройки, как в чумном городе. Но давайте сперва посмотрим, а что же здесь. Там обрыв, и там какой-то ход куда-то ведет. Сырая плоть. Читаю надпись на этом заклинании. Большая душа безымянного солдата. Сплошные души. Открыть. Заперто. Хуяперто. А где ключ? Как обычно, блин, ключа нет, нихера открыть не могу, потом еще вспоминаю, от чего оно было, чего оно открывает, какой двери, таких ворот. Ладно, а там что? Там, по всей видимости, тупик. Надеюсь, тут нет невидимых стен. Да окей, нажми, что тут? Стесняшка. Нажать, а то боишься. Так, смотри, это реально ЧГ. ЧГ. Берегись, свирепый враг. Так они тут везде свирепые, уточняй, кто именно. Удачи, спасибо. Кляча. Уязвимость кровотечения. Кому? Тихо, это что? Это кто? Это берсерки. Да? Я не ошибся? Это, мать его, берсерк. Получилось. Нихера себе получилось. Давай хоть одного выманим как-то, ну. Ладно, давай подойдем так. А теперь быстро откат! Ух, как он не попал по мне, а! Я не знаю, что сейчас будет, короче, они за мной, наверное, бегут там. Я не хочу оглядываться. Беги без оглядки, чувак. Просто, мать его, беги. Бежит, нет? Ох, они вдвоем бегут. Хлопцы. Кто на одного? Не знаю, я отойду, не отойду от них. Они сюда влезут? Где они там? Алло! Может, вы это, сделайте мне одолжение и упадете вниз? Там навозные пироги вкусные, вы же такие любите? Я слышал, там торгуют внизу. Навозными пирогами, также навозными булочками. Навозными лепешками и навозной шаурмой. Не хотите такой вопрос? О, хорошо. А вас там двое или ты один? Если один, так я с тобой сейчас справлюсь. Иди сюда. Чувачелла, давай. Чё ты как-то... Ух ты, нифига себе, развернулся. Я тоже достаю. И достаю хорошо довольно. Не надо никого звать. Мы одни здесь. У нас с тобой аудиенция. А он там второй, по-моему, сейчас. Ой, фу. Спасибо за свое говно. Больше ты мне ничего дать не мог.
Здрасте, а ты иди тоже сюда. Получилось, конечно, получилось. Получилось, но перед этим хорошо дрочилось. Давай, иди сюда. Оу! Оу! А! Ух, не видал, как получилось, блин, хера себе. Сколько урона нанес. Чё он тупит-то, а? Ух, нихера, тихо! Тихо! Еще раз. Чё-то какие-то эти берсерки сейчас стали слишком ватные, вы не находите? В прошлых сериях, когда я еще впервые попал в чумной город, я думал, что обосрусь, сражаясь с ними. А сейчас как-то, не знаю, они обсираются навозными пирогами, а я ликую. Тихо. Кратчайший путь впереди, я уже понял, потому я сюда и пришел. Нужно свет. Да нет, лучше тьма, потому что при свете меня сразу заметят. Ох, еще один берсерк, мать. О, тихо-тихо, не подходи так близко, не подходи, точнее, не беги с разгона. Чего это я уже несу? Ох, молодчик. Ох, задел таки, гад. Мать твою, так. У них, конечно, нехилые атаки, я скажу. Быстро! Удачи! Бляха! Чуть не убил! Да ували его раз! Ему там только раза и хватило. Ох, жесть, 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 ребята, жесть. Навозный пирог, спасибо, вкусно, очень вкусно, аж так, что я прям... Попробую еще добавки потом. Кратчайший путь впереди. Да блин, читал. Свет. Нужно свет. Читал. Так что-то я уже, блин, вообще... За это самое. Забываю, что я читал, что не читал. Опасная зона впереди. По-моему, тут всегда опасная зона. Везде опасные зоны. Давайте сейчас, может, кольцо какое-нибудь поставим себе. Более выгодное. Хотя они оба более выгодные. Тут яд, а тут выносливость. И давайте вместо вот этой херни поставим... То, что может стрелять стрелами, лук и арбалет. Давайте арбалет поставим. У нас там он болтов больше, чем стрел. Будем пока их расходовать, а потом дальше посмотрим. Во, чумной город. Таки нам правильно говорили, конечно же. Так, что у нас там? Это, походу, это ближе к этому вот, к этой горе непонятной. А мы выходили аж вот откуда-то оттуда. Вон там вон еще игроки манаются, шманаются. Но надеюсь, мы будем удачливее, чем они. Значит, здесь я еще точно не был. Давайте посмотрим, что у нас тут ценного. Ключ к руинам Нового Лонда. А, это скорее всего вот те башни. Но в Новый Лонда я пока не хочу. Важнее всего нам пока чумной город и второй колокол. Блять, что такое? Я думал, я упал сейчас. Блин, что-то пересрал, такая это всего лишь была неправильный ракурс. Игра этот Dark Souls просто пугает на каждом шагу. Тут одно неверное движение, ты просто труп. И все, что ты делал, потом всю, вы поняли, вы знаете. Мы тоже это уже изучили на своем опыте. Поэтому всего боимся, поэтому мы такие осторожные, а никак иначе, никак нельзя иначе, по-другому. Москитня уже летит сюда. Да задолбали вы меня, ну твою мать, уже что хотят мне на жопе волдыри сделать. Блин, еще и не стреляет как положено, давай стреляй. Одного. Да блин, где видимость? Второго. Спускаемся. Сколько там этих москитов, охренеть. Ой, блин, я думал, это еще один москит. А это труп москита. Тихо, что там? Бей прыжки. Какие прыжки нахрен? Я не хочу прыгать никуда, я хочу культурно по лестнице. Чё же я так боюсь? Я ж с вами уже имел дело, и все было нормально. Ну, чё ж я так пересрал? Да вот, блин, ну не носись ты, ну.
Означает, что я неделю почти не снимал Dark Souls, не играл, уже немножко отвык. Да блин, он задолбал. Такая игра, что на нее реально надо настроиться. Поэтому сразу скажу, что у меня в неделю может быть 4 серии Dark Souls, может быть и 2 серии. Тут уже как получится, потому что сложняк. Сложняк сложняком, вы сами понимаете. Другое дело там снимать такие игры, как там Ведьмак, Wolfenstein, где реально все просто, проходишь серии, проходишь. А здесь, особенно когда еще добираешься до босса, да тихо ты, ну. Там можно снимать и снимать. Да задолбал! Вот как? Твою-то мать, неохота же арбалет переводить. Как мне с тобой разобраться? Может подняться? Может давай... Тихо, осторожно. Давайте от него отвяжемся и поднимемся наверх. Так нифига он за нами не идет. Он за нами не хочет. Точнее хочет, но не может. Москит, как я тебя понимаю? Может ты там застрянешь уже навсегда, да? Сделаешь мне одолжение. Блять, тут кто-то плюется в нас. Спокуха. Спокуха. Да блять, задрал. Что тут происходит? Куда? Осторожно. Блях! Тихо-тихо-тихо. А ну быстро. А ну быстро, Эстус. А ну быстро, Эстус. Ух, ёпты кот. Ёшкин ты кот. Тут где-то этот снайпер, это с отравленной хернёй плюётся в меня, опять харкается. Дивные доспехи впереди. Какие, блядь, дивные, дивная смерть впереди. Твою мать! Он там плюет. Да чё ж ты не защищаешься, ну? Что это за отстой? Я ж в тебя стреляю, собака. Может, это как называется, а? Это, мать его, как называ... Вот! Так бы сразу. А где эта мразота? Я нихера не понимаю, что тут происходит, где оно плюет. Надо его найти, понять, где он находится, его уничтожить, иначе он же не угомонится. Как это я еще так упал, я тут лестницы нигде не вижу. Как забраться назад? Тут только вниз дорога, подожди, нет, есть и вверх. Есть вверх, но может где-то здесь... Этот харчок дебильный. Главное осторожность. Осторожность наше все. Слышите, он плюется. А где он плюет? Во! Я тебя обнаружил, падла. Хорош плеваться. А то пернешь от усердия такого. Блин! Их там два уже. Еще и траванул нас. Кто-то из них. Давай быстренько ищи. Ай, не туда. Цветущий заросли, цветущая мха. Используй. Быстро, быстро, быстро! Ёптить. Чего они творят? Нелюди, просто нелюди. Где цветущий мох? Давайте его поставим на всякий пожарный, чтобы у нас был. Опять же, не туда ж ты лезешь. Давай сюда. Вместо этого черепа нахер он надо. Ставим цветущий мох. И больше, суки, вы меня не отравите. Я сейчас с вами разберусь. А я смогу до них там добраться, не? Тихо-тихо-тихо-тихо.
Ох, бляха, ну ты смотри, что творят. Захаркали уже. Хотя бы одного сейчас пока угандошу. Потом его товарища. Там, походу, еще есть. Ну ты мерзость какая, как вы меня бесите. На! Упокойся. Подожди, что-то это... Это не то ли самое место с костром? Нет, подожди, он там что-то есть, кто-то есть. Собаки там, и там еще полы. Собак тут, походу, дохерища, смотри. Две собаки здесь, еще собака там. Ну, в принципе, собаки не такие опасные, но, бляха, это ж... Лучше не рисковать, у нас три всего фляги с эстусом, а неизвестно еще, где тот костер. Где-то он находится рядом, блин, ну. Рисковать как-то неохота. Давайте тогда, знаете что, давайте сейчас поставим себе лук вместо арбалета. И такими хорошими, выверенными, прицельными, такими прям выстрелами собаке сделаем посмертный шрам на лбу. Раз. Ну, долбаная собака. Ты тоже хочешь? Блин, не целиться вниз. Вниз уже не можно нормально прицелиться. Сейчас что-нибудь придумаем. Давайте отойдем на безопасное расстояние. Примерно вот так. И сейчас попытаемся еще раз стрельнуть. Ай, колови! Ты нихера себе шавка. Походу вторая уже. А ну отойди. В жопу, нет? Ты не попадешь, мне не попадешь. Блин. Чё ж мне с вами делать? Берегись, пиромантия. Где пиромантия? Тут нет пиромантии. А, в принципе, что собаки, они ж могут огнем дышать. Тогда это еще справедливое предостережение. Блин, я не это, не попадушь отсюда. Да, может тут так? Главное в жопу ей попасть. Тут так вот. О! Хорошо. Блин, может давайте такие слезем, не будем ссать и алебарды раздадим. Это у нас щит магии, да, от магии защищает, а нам надо щит, который защищал от огня. Ну, слазь, слазей. Ну, ах, нифига себе, смотри, сейчас спущусь. Ага, пошел ты в жопу. Он лестницу уже грызет там. Как же мне лучше всего тебя уделать-то, ну? Долбаная шавка. Безопасная зона. Где она безопасна? Тут нет безопасных зон. Чтобы вы знали. Ладно, давайте так. Да твою мать, я ж говорил, не надо было. Ну твою дефизию. Теперь с самого начала, но хотя бы без снайперов. И то хорошо. Так, мы снова на этом самом месте. Тут я заметил, что еще оказывается один такой снайпер живой. А мы его пробежали. Мы пробежали один поворот. И находится он здесь. Значит, вот он. Творение. Почему-то их тут само много. Че у вас здесь? Соревнования по тому, кто кого перехаркает или что? Забрали заросли моха. Короче, знаете что? У нас... Были некоторые проблемы, пока я за кадром доходил до этого места. Нас постоянно убивали москиты, как ни странно. Пока я не взял утигатану и пока я не взял кольцо, которое дает нам бонус от убийств к нашим жизням. Кольцо темного глаза. Вот, решил пока что пожертвовать кольцом ядовитого укуса. Потому как его я лучше всего одену, когда мы пойдем уже вниз к болоту. И там оно будет более как бы целесообразным. Пока что давайте-ка использовать лучше бонус к жизням. Блин, как же нам туда вниз-то пройти?
Собаки нас видят, собаки нас сразу достают. Да еще их столько дохрена здесь. Может, давайте вниз мы спустимся таким вот тем путем, путем через как бы болото. Может, там будет легче добраться сюда, до этого места. Я на это надеюсь. У нас же здесь где-то была еще одна лестница, и вот по ней как раз надо спуститься и потом попасть уже туда. Главное, чтобы комары не доставали больше. Так. Ой, здрасте! Вас тут только не хватало, товарищ. Паучара. Так, с пауком разобрались, а что здесь? Это мельница, типа, похожая на водяную мельницу. Что вы тут перемалываете, болото? Или нервы мои перемалывают? Скорее всего, второе. Чумной город, никогда его не забуду, блин. Дивные доспехи впереди, да ты что? Ты меня прям так заинтриговал. Вон там он спуск вниз. Вон там он типа падли собаки. Подожди, так сюда не попадешь. Там мельница, понимаешь, короче. Нам надо по-любому туда вниз спускаться, чтобы забрать какие-то ништяки. По-любасу идти к собакам надо. Или я ошибаюсь? Могу, конечно, ошибаться, но давайте сперва посмотрим, что там за дивные доспехи впереди, а потом уже будем думать дальше, куда нам лучше всего идти. Здесь, что ли, доспехи? Или где? Вот это доспехи, да? Дивные шевелящиеся доспехи. Да еще и вонючие. А, нет, подожди, вон там что-то есть. Сундук впереди. Да не тянись за мной! Я понимаю, что ты тоже хочешь себе дивные доспехи, но они уже мои. Ты труп. Ух, нихера себе, реально дивная, еще какая-то юбка проститутки. Я вам что, шлюха? Железный посох изгнания, спасибо, изгоняйте лучше всего экзорцизмом, занимайтесь, изгоняйте пошлость и разврат из этого мира, я не буду это носить. Волшебство исцеления, спасибо, это мне как раз понадобится, только волшебство я пока особо им еще не умею владеть. Ну, давайте, наверное, на этом серию будем закруглять. Там, я так понимаю, мы нигде не спустимся, если я не ошибаюсь. Там уже обрыв. А вот там вон мы бегали. Я так полагаю, вот... Да блин, да чё ж ты мешаешь обзору, ну? Вот там мы спуск... Да тут... Дай мне посмотреть. Вот там мы, по-моему, спускались в болото и вот так вот шли. Куда-то туда. Хрен его знает. Вроде там мы спускались. Но так или иначе, я спущусь я уже с другой стороны. Точно лестницы нет? Да нет. Тут ее не построили почему-то. Архитектурная задумка была немножко не такая. Да, давайте тогда закругляться. В Чумной город мы вернулись, как мы и хотели. В колокол нам надо край позвонить, потому что уже достало меня это все. И он тоже мне подыграл. Блять, надо было так упасть. Не, реально все, пиздец. Всем удачи, всем пока-пока.